Николаев через 19 лет молчания раскрыл правду о Королёвой. Игорь Николаев впервые за 19 лет после расставания с Наташей Королёвой рассказал об отношениях с артисткой. На этот счет композитор высказался в интервью Алле Довлатовой на русском радио. По словам исполнителя, сейчас он с бывшей супругой не поддерживает связь. Знаменитости не только не видятся, но и не созваниваются, и даже не подписаны друг на друга в соцсетях. Тем не менее, Королёва, по словам Николаева, время от времени отмечает его на различных фотографиях, а он отвечает на это лайками. Например, там моя песня, почему бы не лайкнуть? Это все-таки же кусок жизни, признался артист, подчеркнув, что все его работы всегда были созданы от чистого сердца.